губернатор Евгений Куйвышев запустил дискуссию об уральской идентичности через конкурс «Достояние Среднего Урала». Об этом он заявил на торжественной церемонии празднования 88-й годовщины со дня образования Свердловской области. Преображаясь, Свердловская область сохранила свои главные ценности – уральский характер, силу духа, настойчивость, целеустремленность, трудолюбие и талант своих жителей. Наш край всегда молод. Он обладает энергией новаторства, готовностью к экспериментам и новому опыту. В то же время региону свойственны присущие зрелости бережные отношения к традициям и ценностям прошлого, забота о наследии. Как вы знаете, 2022 год решением президента России объявлен годом культурного наследия народов России. В этой связи считаю своевременной инициативой областной общественной палаты об учреждении общественного статуса «Достояние Среднего Урала». Это еще один шаг в деле сохранения материального и духовного наследия региона, важный для сбережения исторической памяти и традиционных ценностей. Думаю, что конкурс и поможет нам сформулировать, какая она, уральская идентичность. Кем мы сами себя считаем? Как выковывается уральский характер? Что для нас символы Свердловской области? Отметил Евгений Куйвышев. Статус достояния Среднего Урала может быть присвоен географическим объектам, достижениям науки и техники, литературы, художественной культуры, музыки и спорта и так далее. Этот статус достойны очень многие организации, учреждения. Я думаю, что вот этот наш народный конкурс позволит определять достояние Среднего Урала, и будет такое единство вокруг этого звания, потому что это голосование людей. Конкурс стартует 1 февраля на сайте Общественной палаты. До 30 мая можно будет подавать заявки на участие. Голосование будет проходить с 1 августа по 1 октября. А итоги будут подводиться всегда 17 января, в день образования Свердловской области.